знаний при президенте Азербайджана продолжает проводить мероприятия, посвященные 200-летию перевода огузско-тюркского эпоса «Китаби Деде Гургут». Рукопись принадлежит немецкому дипломату и востоковеду Фридриху фон Дицу. На этот раз в Бакинском славянском университете прошла лекция для иностранных студентов под руководством доктора филологических наук профессора Рахили Гейбулаевой. Вместе со студентами профессор обсудила события, образы, выражения, используемые в эпосе, и провела параллель с памятниками устного народного творчества разных стран. Что я хотела бы сказать по поводу этой конференции, то для меня это очень важно, и мне кажется, что важно для каждого, не только иностранного студента, но и каждого гражданина Азербайджана и вообще любой другой страны, так как мы должны знать литературу, мы должны знать историю, с чего все истоки, с чего все начиналось. Я очень рад, что проводятся подобные мероприятия. Для нас это очень ценно, потому что при помощи них мы глубже знакомимся с культурой и историей Азербайджана. Также мы можем сравнить это с культурой нашей страны и гораздо лучше ее понять. Отметим, что Китаби Деде Гургут является величественным памятником народного творчества, отражающим историческое прошлое азербайджанского народа. В этом произведении отражены патриотизм, героизм, мудрость, мировоззрение, духовные ценности, обычаи и традиции огузских тюрок. Эпос является незаменимым источником в изучении тонкостей азербайджанского языка, исторических событий и героев тюркского народа.